В Коми обратят особое внимание на студенческий спорт. С таким заявлением выступил руководитель профильного агентства Николай Гордеев. По его словам, вузы всегда ковали чемпионов. И в первую очередь это относится к Ухтинскому техническому университету. Виктория Палкина о том, как поддержит студенческий спорт. Кроме прославленных баскетболистов, чемпионов мужской высшей лиги 2012, команды «Планета Университет», в списке звездных спортсменов УГТУ пловец Александр Сухоруков и лыжники Станислав Волженцев и Андрей Парфенов. Но ставку делают не только на профессионалов. Все студенты задействованы в активной жизни вуза. 10 лет в университете работает спортивный клуб и попадают туда уже абитуриентами. Это правление студенческого спортивного клуба проводили смотр конкурса на лучшую постановку физкультурно-массовой работы среди факультетов. Спартакиады среди факультетов. Спартакиады проводим общежитие. Спартакиады бодрости, здоровья среди преподавателей. Спартакиаду среди вузов проводят в Коми ежегодно. Именно на этих соревнованиях открывают новые имена, которые затем звучат на Олимпиаде. В Лондоне сборная России проявила себя гораздо лучше, чем в Пекине. И такой результат был предсказуем. По словам чиновников, последние лет 5 на спорт обратили особое внимание. Только в Коми построили десятки объектов. Мы имеем твердые показатели по большинству видов спорта, которые представлены на Олимпиаде. Это как раз вселяет уверенность, что мы идем, наверное, правильным путем. И та структура и система организации высшего спорта и спорта в целом в стране, значит, дает хорошие плоды и должна давать в перспективе хорошие плоды. Строить объекты в Коми будут и впредь, а еще активно пропагандировать спорт. И делать это будут олимпийские звезды. Уже 1 сентября олимпийцы проведут своеобразный спортивный флешмоб. Они отправятся в родные регионы, где в своих школах встретятся с будущим национального большого спорта. Виктория Палкина, Игорь Данилов, телеканал «Юрган».